Привет, друзья! Сегодня будем разбирать по просьбе соло из песни «Где же ты» с репертуара Джо Дассена. Сыграем пару кругов соло, и я расскажу, как его играть. Приступим. Итак, песня играется в тональности ре минор. Вот по этому аккорду мы и начинаем играть. Ставим указательный палец на вторую струну на шестой лад. Дальше. Играет третья и четвертая струна на седьмом ладочке. Сначала три, потом четыре. Два, три, четыре. Дальше. Обратно играем 4-3-2, те же нотки. Дальше вторая струна 5 лад. Потом третья 7 лад. И дальше по аккорду ля мажор играем. Вторая струна 5 лад, третья 6, четвертая 7. Сначала. Дальше. Играет третья струна 7, 8, 7, 5. Потом четвертая струна 7, 5, 4. Дальше. Играем все на четвертой струне. 4, 5, 7. Потом 10, 8, 7, 8. Дальше. Играет четвертая струна 8, 5 и пятая струна 6 лад. Дальше играем обратную сторону. 5, четвертая струна 5, 8. После восьмого 7-5. Потом четвертая струна играет 7 лад, 3 и 5 струна 5. Давайте еще раз с этого места. Понятно, дальше. Играет все на четвертой струне, играем третий лад, открытая четвертая и шестой лад четвертая. Дальше. Играет снова четвертая струна, 3, 2, открытая и 2. Давайте все сыграем медленно с самого начала. Thank you.
Вот и все соло. Пробуйте у вас, конечно, все получится. Желаю всем успехов. Спасибо, пока.